Если вы сегодня остались дома только потому, что думаете, что в Саратове нет ничего интересного, то уже можете начинать расстраиваться, потому что мы сейчас находимся на самом романтическом событии этой осени – на фестивале водных фонариков. Сотни саратовцев выпустили свои самые сокровенные желания в свободное плавание для того, чтобы они исполнились. Издавна спуск горящих фонариков на воду считается настоящим ритуалом, который благодаря вере людей приближает исполнение заветных желаний. В программе фестиваля также были конкурсы от популярного ведущего Олега Титова, подарки, живая музыка, фаер-шоу, фейерверк и, конечно же, много согревающих объятий в такую морозную погоду. Давай. Я психолог, я... Не может быть, а ладно, абсолютно точно, друзья, даже потом назвали в честь нее российский автопром. Как-то уже навредит все Волге. Итак, держи подарки. Да. Многие защитники природы интересовались задолго до мероприятия, как именно будет проводиться очистка Волги-матушки от фонариков. На что организаторы отвечали, что место запуска водных фонариков будет загорожено сеткой, после чего их будет легко извлекать из воды без вреда для реки. Пообещали и сделали, но кто бы защитил природу от любителей все сделать не так, как задумано. Многие проигнорировали загороженную часть водоема и выпустили свои желания непосредственно в открытое плавание. А некоторые просто решили не утруждать себя и не поднимать то, что у них упало. Проведение таких фестивалей очень скрашивает рутинные будни саратовцев. Но, к сожалению, из-за того, что у большинства нет опыта посещения подобных мероприятий, не все готовы выполнять требования организаторов. Дарья Абрамова, Александр Чумаков, Открытый канал.